Я хотела бы прокомментировать текущую ситуацию в Нагорно-Карабахском урегулировании с учетом итогов Женевской встречи президентов Армении и Азербайджана. Мы приветствуем заявленную готовность сторон интенсифицировать переговорный процесс и предпринять дополнительные шаги, направленные на снижение напряженности на линии соприкосновения. Поддерживаем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые сейчас прорабатывают вопросы, связанные с проведением очередной встречи Минздрава Азербайджана и Армении для обсуждения сущностных вопросов урегулирования и возможных мер по стабилизации ситуации. К сожалению, положение дел в зоне конфликта остается непростым. Призываем Баку и Ереван проявить конструктивный подход к поиску развязок по нерешенным вопросам.